Сегодня 8-е хоронят Серафима Горбанова Плотникова. Вот на этой машине отвозить будут, видать. Батюшка выходит, это отпелись сейчас в храме. Вот тащит первый, это сын ее, Владимир. Потеряевка тут собралась почти вся. Кто-то на поле, кто-то уехал. Еще не хватает. Это храм у нас. Половина храма, половина школы. Вот крышка с гробом. Красивая такая. Я сразу увидел, у Серафима было. Дают целование последнее. А я был живой. Мы с ней сколько раз целовались, сидели. Я показал руку, говорю, надо мне руки целовать. А мертвому это ничего не дает. У нас, как говорится, любят мертвого больше, чем живого. Володя, ты садись, а то крышка слетит, чтобы это... Садитесь и придерживайтесь, чтобы не было. Где приходит, чтобы не было. Так, ну а все идемте. Свет, ты, наверное, признаешь, ты ехал мимо сада так. Упокой, Господи, в обителях небесных, но представь на работу твою Серафиму. Все позади. 95 лет было. Что спрашивать? Вчера она умерла где-то около 12. Кто-то еще против, видимо, съемки там голос подает. Машина идет потихоньку. Везут Серафиму Гавриловну. Коля думает вытаскивать или выносить. Дальше пойдет. Открывает. Там дальше идет ее сноха. Долго была с ней Марина Демосфеновна Куемщиди Плотникова, тоже сына ее жена. Жила здесь, ухаживала до конца. Внук Василий успел приехать с двумя детьми. Сына зовут Тихон. Сына Василия, то есть это Василий ей внук, а это правнук. А здесь было кладбище, вот, которое будет, это Старообрядческое, а дальше это называлось Мирское, то есть православное там. Но они православные, но они никакие. Они никогда не считали себя кем-то. Вот так. Здесь вот какие памятники. Никуля. Николай Парфенович, 44 года жил, был танкистом, не раз горел в танках. Ну вот,
зеленый змей задушил. Сын Анатолий тоже, 44 года и нету. И такая, брат, беда России. Проверяют. Вот сколько кладбища нашего. Тут много еще. Так называемое Мирское. А здесь старая Брячицкая. Вот подвозит как раз могила. Я показывал, где Господь даст благополучно отойти в мир сей. Сейчас подходит народ, снимать будут на стулья. Последний путь. А дальше там он, крест. Люди сидят, где-то наша мама. Это я себе показал, где отметил флажками. Это моё. Мама моя. Вот она. Но если батюшка раньше умрет, то его тут, около него тогда я. Мы же договорились. Кто первый умрет, тот рядом будет. Я уже и гроб заказал, все. Видишь, как хорошо сидят. Спокойные, тихие такие. Загляденье одно. Все в мире неверно, и смерть лишь одна. Верна, неизменно верна. Она не забудет, придет, приголубит, обнимет, наденет свой брачный венец и жизненной сказки. Конец. Вот так. Вот пока готова. А там бабушка наша, Щунарева Устинья Ивановна. Жила, должна быть, 96 лет. У мамы 86. У отца нашего 76. Ну и таким образом, вот мы здесь живем. Кратко. Тихо, это не в тихий, иди сюда. Вот идут наши люди. Я стою на своей могиле уже. Батюшка идет, паства его. Всем тут место. Прах ты, в прах возвратишься. Прах. Кусок глины. Еще Бог создал человека. Туда он и пойдет такой. И это нарушается в каждом храме. Кости растаскивают. Это неправильно. Красивое место, сухое. Такие-то поля мощнейшие. Черемуха, малина тут растет.
Вот похоронили, как закрыли могилу, все. Пока там еще раз пройду. Кажется, не записалось, что я говорил. Это вот 6 колышков моя могила. А здесь Довина Анна Петровна из дома инвалидов взяли. Она тут уж она не работает, туманит и все. Прямо не быстренько. Ну, они там мужики здоровы, они уже как-то сотренированы, этим занимаются. Этим живут. А это барабаши взяли бабушку беспризорную. Я говорил, не знаю, впереди записалось, нет. И они доходили. Значит, не дает смотреть. Такой аппарат. С ремонта пришел второй день. Это основатель Потеряевки Иван Нефантьевич. А тут он написал Инфантьевич. Ну, я поближе лучше подойду туда. Вот так. Я говорю, взял бы 4 доски, бы и земли навалил бабушке. Могилка совсем уже осыпалась. Поработать. А вот это
Ну все.